Мы на горе близ Сурат-Тани, называется она Пратат Сисурат. Можно в Google картах найти. Тут есть магазин самообслуживания. Кладем денежку в ящик, берем то, что нужно. Тут, похоже, раньше был какой-то зоопарк. Сейчас место очень брошенное. Вот, кстати, на земле очень много листьев, потому что здесь деревья, несмотря на то, что круглый год лето, все равно периодически сбрасывают все листья. И чаще это происходит в сухой сезон, как сейчас. Вот такие тут интересные водонапорные башни.